А здесь какая-то необычная рыбка. Вот это кто у нас здесь? Скат, понятно. А это кто? Что за рыба, граната? Странная рыба. Рыба-ананас. А это здесь скаты в основном тусуются. Такие глазища. Интересно, сколько вольт у них ток на хвосте? Это ж они же вроде бы током бьют. А здесь у нас какая-то большая остроносая рыба. Рыбки похожи на карпа. Мы все тайм подходим, смотрим. А здесь какие-то волосатые даже есть. Вот такое чудо. Еще и с усами снизу. Что это за усы такие? Это что-то похоже на вообще судака, но не судак. Наверное. Такая рыбина. Да уж, да уж. А с той стороны что у нас? Здесь это что у нас? Такие водоросли плоские. Ну да, судя по всему. Ну и такие рыбочки. Ну только невозможно не фоткать, конечно. Здорово спряталась, да, вообще не видно. Да, причем у нее глаза, видишь, перекошенные. А, левая щека маленькая. Кто-то спрятался. Они прям на дне обитают.